Он был в дорогом костюме заграничных, в цвет костюма туфлях. Серый берет он лихо заломил за ухо. Под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду лет 40 с лишним, рот какой-то кривой, выбрит гладко, брюнет, правый глаз черный, левый почему-то зеленый, брови черные, но одна выше другой. Слово иностранец! Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей. Немец, подумал Берлиоз, англичанин, подумал бездомный. Ишь, и не жарко ему в перчатках. А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окомлявшие пруд. Причем заметно стало, что видит это место он впервые, и что оно его заинтересовало. Изломанное и, наверное, уходящее от Михаила Александровича солнце. Затем перевел ее вниз, где стекла начали предвечерне темнеть. Чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился. Руки положил на набалдашник, а подбородок на руке. «Ты, Иван, — говорил Берлиоз, очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, Сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов Божиих, как, скажем, фригийский Атис. Коротко же говоря, ни один из них не рождался, и никого не было, в том числе Иисуса. И необходимо, чтобы ты вместо рождения и, скажем, прихода волхвов описал нелепые слухи об этом рождении, а то выходит, по твоему рассказу, что он действительно родился. Тут бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительней и громче. И в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился писателям. Те поглядели на него удивленно. «Извините меня, пожалуйста», — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — «что я, не будучи знаком, позволяю себе
Но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что... Тут он межгло снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться. Нет, скорее француз, подумал Берлиоз. Поляк, подумал бездомный. Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление. Берлиозу скорее понравился. То есть, не то чтобы понравился, а как бы выразиться. Заинтересовал, что ли? Разрешите мне присесть. Вежливо попросил иностранец. И приятели как-то невольно раздвинулись. Иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор. Если я не ослышался, вы изволили говорить про Иисуса, что не было его на свете? Спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз. Нет, вы не ослышались, учтиво ответил Берлиоз. Именно это я и говорил. Ах, как интересно! Воскликнул иностранец. А какого черта ему тут надо? Подумал бездомно и нахмурился. А вы соглашались с вашим собеседником? Осведомился неизвестный, повернувшись вправо к бездомному. На все 100! Подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.